Иду. Сейчас вот этим товарищам главное рот закрыть, а то они будут орать. Только зашла с утра. Все, быстро давай им еду подавай. Вчера муж менял вот эту стойку. Здесь, видимо, сучок был. Они бьют сюда. Сломали. Прям вот переломили. Обалдеть. А я еще здесь козла думала держать. Тут все выломают. Все, девчонки, все. Все. Мила, а что у тебя как странно хвост повернутый? Тебе еще рано рожать. Доброе утро, девочки. Ну что, пойдем доиться? Потому что ребенок есть просит. А мы ему с вечера ничего не оставили. Он все выпил, все, что ты дала. Уже корыто переворачивает. Так, ничего не вижу. Вы что хотите сказать, что вы уже все поели? Ну и что ты встал? Ничего не видно. Нет, есть еще. Доедайте. Так. Здесь сено трескает. Ну, что ты ковыряешься? Там отава. Зачем ты носом-то фыркаешь? Капка сегодня опять дала ногой. Молоко разлила. Жалко, особенно когда его мало. Каждый грамм экономишь. И бережешь. Да, Капа? Грамм 150 было. А это целая кормежка. Ну, что творят, а? Ну и что вы делаете, а? Зачем вы переворачиваете? О, ну-ка. Отойди. Я тебя укушу. Так, пойду сразу на кур открою. Я их теперь рано открываю. Пусть бегают. Кошки хитрые. Пока я всю эту грязь вон оттуда пролезу сюда. Она по террасочке и прошла. Ой. Как тут ходить? Иду вот краем. Сапоги каждый день промокают. Здорово, девки. Иди, тебя поглажу, иди. Вон, повытаивали подснежники. Или оторвала. Ну, точнее, не оторвала. Я ждала, пока вообще все это оттает, чтобы не порвать. Бросили с осени, и все. Вовремя убрали, так.
Девки гуляют. Гуляют. Хорошо.